Над кубанскими полями будут кружить беспилотники. Именно так планируют следить за урожаем уже в ближайшее время. Это и другие передовые достижения науки, а также их применение на практике, сегодня обсудили на дне поля в Краснодаре. Этот семинар и дал официальный старт уборочной кампании. Министр сельского хозяйства края Андрей Коробко вместе с аграриями из всех муниципалитетов региона осмотрел поля учхоза «Кубань». Там исследователи проверяют новые сорта культур, передовые методы обработки земли и борьбы с вредителями. Основная задача наша будет сейчас – это внедрение в каждое хозяйство научной системы земледелия, которая основана, в первую очередь, на том, чтобы сохранить плодородие, чтобы его не понижать. Сейчас аграриям Кубани удалось сравняться в показателях урожайности некоторых культур с передовыми европейскими странами. В 2015-м урожай в нашем регионе планируют получить не меньше прошлогоднего.